Здравствуйте, друзья! У нас завтра воскресенье, и мы со Светланой решили пойти на open house и поснимать, ну, то, что вам нравится поснимать. Поскольку я не знаю, что вам нравится, ну, так я догадываюсь, но, знаете, как вкусы разные, я подумал, давайте мы с вами вместе посмотрим, что нам завтра снимать. Вот мы пришли на сайт, который называется realtor.com. Это не обязательно в нашей, так сказать, местности, это где угодно, по США. Хороший сайт. Значит, здесь у меня написан zip-код того места, где мы находимся, в Sunnyvale. Ну, я могу попробовать написать просто Sunnyvale. Ну-ка, давайте посмотрим. Sunnyvale, Калифорния. Да, давайте весь город возьмем, потому что в Sunnyvale больше, чем один zip-код. Вот, вышло что-то. Но тут, видите, написано больше фильтров там, всяких. И я поставлю здесь такие. Покажите мне такие листинги, где есть open house. И теперь мы говорим, давай, пошло 33 домика, ну, 33, это может быть квартиры тоже, в Sunnyvale. Вы видите, тут под каждым написано, что это. Здесь кондо, кондо таун хоум. То есть это может быть, вообще кондо это форма собственности, но это может быть квартира или таунхаус. Это manufactured или там mobile home, вот такое страшненькое. Ну и что там еще есть, я не очень знаю, в том смысле, что список большой. Вы видите цены, вы видите, что там вот внутри. Тут красавец какой, смотрите. Это новый дом. От 600 до 900. Вот такие интересные. Что-то мне... Я не понял, где это находится. Это реклама. Это, может быть, они где-то совсем не близко. Слишком серьезное сооружение, чтобы сказать, что оно может такие деньги стоить. Ну и так далее. Вот это, да, это Mobile Home. Вы видите, здесь написано. Ну, так по нему и так ясно более-менее. Кондо. Мы можем, кстати, пойти в эти фильтры и сказать, чтобы... Вы можете сказать, или только что выставили, или это новый дом. А можем сказать property type. Мы можем сказать не смотреть там, допустим. Сейчас он все показывает. Давай просто дома на семью, да? Вот просто дома. Вот уже их не 33, а уже их тут сколько я? 16. Да, вот пишет нам 16, ровно половина осталось. Ну, пожалуйста, вот 16. И да, пошли дома. Дом, дом, дом. Значит, давайте, что вам хочется посмотреть. Я выбрал Sunnyvale, потому что мы здесь просто живем, и тут все это рядом. Мы, если будем смотреть Sunnyvale, мы посмотрим больше. Больше домиков можем посмотреть. Так что, ребята, выбирайте по ценам, что вам там больше нравится. И в комментариях просто пишите адресок, вот, допустим, вот это адрес. Вот давайте адрес, и мы по нему будем ориентироваться. Так что, ну, или, допустим, кто-то написал, вы можете лайками показать, что вам тоже это нравится, мы увидим. Так что у нас с вами есть некоторое время, значит, ну, можно сказать, полсутки до завтрашнего утра. Open house проводится обычно где-то с часу дня до, ну, скажем так, до 4, вот, да, у нас есть время. Так что, ребята, счастливо и делайте ваши ставки, господа. Так можно сказать.